С чистого листа день сегодня начали выпускники всей России. Впервые им предоставили возможность пересдать ЕГЭ. В Ульяновской 76-й школе, недовольные результатами, также заняли места за партами. 102 выпускника решили пересдать ЕГЭ по 6 основным предметам – русскому языку, информатике, обществознанию, английскому языку, химии и физике. Больше всего желающих исправить показатели по точным наукам, а в гуманитарном направлении только 15 экзаменуемых. Сегодня, я считаю, на моем пункте две категории учащихся. Первая категория – это смелые, отважные и уверенные в своих силах, в своих знаниях дети. И вторая категория деток, которые не смогли перешагнуть тот самый порог, который необходим для поступления в ВУЗ. Наверное, больше переволновалась. То, что не знала, я успела доучить. Это очень хорошо. Пересдача очень помогает, конечно. Для одних шанс, для других риск. Уверенные в себе учитывают, что предыдущий результат экзамена аннулируется. Дарья Буранова сдала английский на 61 балл. Это не предел ее возможностей, поэтому девушка сделала вторую попытку. Когда мы сдавали первый раз английский язык, была такая же жара, как сегодня, и на самом деле вот это вот сбило вот этот вот настрой, который мы пытались вот собрать. Вот. А за те дни, которые мне были даны для подготовки, я, конечно же, повторила пройденный материал, учла ошибки какие-то там. За выпускниками также остается право в течение 2 дней подать апелляцию в случае несогласия с решением комиссии.